Ну что ж, здравствуйте, уважаемые наши участники мастерской успеха. Мы сегодня решили провести необыкновенный вебинар, который уже заранее у нас пользуется успехом, и этого вебинара очень ждали. На регистрацию пришло более 800 человек. Но, к сожалению, наша комната не позволяет дать такому количеству людей послушать этот вебинар, поэтому мы решили сделать вам эксклюзивную запись. Итак. Киеве сегодня 20 марта, снега как никогда, поэтому снежная весна наступила, но поверьте, весна все равно настанет. И уже начиная с апреля месяца вас ждут невероятные промоушены, акции, которые мы верим, что сделают этот месяц незабываемым. Ну а что же для этого необходимо? Конечно же, три составляющие. Это безупречный маркетинг-план, это сильные лидеры и, конечно же, это наши продукты. Поэтому именно сегодня мы пригласили нашего эксклюзивного гостя, человека, который ездит по всему миру и рассказывает про наши продукты. Но сегодня мы решили сконцентрироваться именно на трех продуктах, которые и отличают нас от всех других компаний на рынке. Этот продукт, который мы называем Finity, визитная карточка GNS, наш продукт Mind, который вы действительно можете увидеть результаты уже через несколько недель применения. Ну и тот продукт, которого ждали долгое время все, это продукт Nara. И об этих продуктах нам сегодня расскажет наш эксперт медицины и человек, который занимается превентивной медициной, ездит действительно по всему миру, обучая людей, что здоровым быть – это модно. Встречайте, пожалуйста, нашего специального гостя, доктор Вильям Амзалак. Hello, доктор Вильям. Hello, can you hear Yes, да, me? мы вас слышим. Merci beaucoup. Спасибо большое. So, do you want me to start now? Or Yes. I will show my Yes. screen? Can you see my screen today? Yes. OK. Bonjour à tous les distributeurs d'Ukraine et de Géorgie. Je m'appelle William Amzalag et je suis Génération Young. Добрый день всем дистрибьюторам с Украины и с Грузии. Меня зовут Вильям Амзалат, и я принадлежу поколению молодых. Je vais vous parler aujourd'hui des produits jeunesse, mais pour que vous compreniez bien, je voudrais passer un tout petit peu de temps sur quelques bases scientifiques. Сегодня я буду говорить с вами о продуктах Jeunesse, но прежде, для того, чтобы у нас были определенные научные основания, мы поговорим именно о них. Et la première chose dont je vous ai parlé, c'est pourquoi nous vieillissons tous de façon inexorable. И первая вещь, с которой я хотел бы начать, это старение. Почему все мы непреклонно стареем? Alors là, on croyait jusqu'à présent que le vieillissement, c'était simplement l'accumulation des années ou des anniversaires. До недавнего времени считалось, что старение – это такое своеродное накопление дней рождений. Вот чем больше тебе лет, тем старше ты становишься. Mais ce n'est pas le cas. On a vu aujourd'hui de façon scientifique que le vieillissement, il est à l'intérieur du noyau cellulaire de notre ADN. Но это не так. На сегодняшний день доказано, что процесс старения, он находится внутри нашей клетки, он внутри нашего ДНК. Tout se passe dans l'ADN. Все, абсолютно все в нашем ДНК. Et l'ADN, il est endommagé tous les jours. И, к сожалению, наша ДНК ежедневно подвергается агрессии. Des centaines de milliers de fois par jour. Сотни тысяч раз в день наша ДНК повреждается. Par l'environnement, par exemple. Например, окружающая среда, Par les infections, инфекции, les ultraviolets, la ультрафиолет, mauvaise nutrition, плохое la питание, pollution, la загрязнение, pollution électromagnétique, электромагнетические волны, les métaux lourds, тяжелые la металлы, cigarette, курение, сигареты, le stress, стресс et le mode de vie sédentaire. и, конечно же, сидячий образ жизни. Mais aussi, il peut être endommagé de façon interne. И внутренние повреждения.
Il peut être dommagé par ce qu'on appelle l'oxydation. Такие, как, например, окисление. Il peut être endommagé par l'inflammation qui nous guette tous. Воспалительные процессы, которые просто у всех у нас. Il peut être endommagé par la glycation quand on mange trop de sucre et qu'on on colle les protéines entre elles. Процесс гликирования, когда мы слишком много увлекаемся сахарами, и они склеивают между собой наши белки. Mais même si on peut en sortir de cet endommagement de l'ADN, on a une deuxième raison de vieillir. Но даже если мы уменьшаем максимально эти повреждения ДНК, эти негативные факторы. Et une des raisons de vieillir, c'est le raccourcissement des télomères. То есть другие процессы, которые влияют на наше старение, и один из основных этих процессов – это сокращение теломеров. Les télomères, ce sont ces bouts jaunes que vous voyez sur l'écran et qui protègent notre ADN et nos chromosomes. Теломеры – это вот эти вот желтые окончания, которые вы видите на экране, и они защищают, эти желтые окончания защищают концы наших хромосом. Le problème avec ces protections, c'est qu'à chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent. Проблема сокращения теломер заключается в том, что при каждом клеточном делении, при каждом делении они уменьшаются, они сокращаются. Et à chaque division, ils raccourcissent, ils raccourcissent. Et au bout de 50 à 70 divisions, ben, il n'y a plus de télomères du tout. И происходит 50-70 делений клеток, и этих теломер не остается совсем. Et quand il n'y a plus de télomères, quand il n'y a plus de protection, eh ben, la cellule s'arrête de vivre, la cellule s'arrête de se diviser. Et c'est pour ça qu'on perd beaucoup de cellules. И когда нет этой защиты, то клетка не делится, клетка прекращает жить, и поэтому у нас нет этих клеток. Et il y a une troisième raison de vieillir, c'est nos cellules souches. И есть третья причина старения – это наши стволовые клетки. Je suis sûr que vous savez ce que c'est que les cellules souches, c'est des cellules vierges qui ont des propriétés magiques. Я уверен, что вы все хорошо знаете, что такое стволовые клетки. Это девственные клетки, которые имеют невероятные свойства. Elles ont la propriété magique de se transformer en cellules qu'on veut avoir, des cellules musculaires, des cellules nerveuses, etc. Просто волшебные, магические свойства, потому что эти стволовые клетки, они могут превращаться во все клетки нашего организма, и в нервные клетки, и в мышечные клетки. Et donc, ces cellules-là, comme toutes les autres cellules, elles ont de l'ADN, et elles ont des télomères, et elles vieillissent comme tout le monde. Но у этих стволовых клеток, так же, как и у всех клеток нашего организма, те же проблемы. У них есть ДНК, у них есть теломеры, и они так же, как все клетки организма, стареют. Donc, on a trois raisons de vieillir. L'ADN qui est endommagé, le raccourcissement des télomères et les poules, notre stock de stem cells qui raccourcit. То есть, можно подытожить и сказать, что мы имеем три основных причины старения. Это повреждение ДНК, это сокращение теломер и уменьшение нашего запаса стволовых клеток. Alors maintenant que vous connaissez ces bases, on va revenir à jeunesse, generation young. И теперь, когда вы знаете эти основные базы, мы вернемся к нашим продуктам, к generation young. Pourquoi à chaque fois que je me présente et que la plupart des leaders se présentent et Scott se présente, ils disent je suis génération Young. Почему все мы наши лидеры, когда представляются руководители компании Scott, мы часто говорим я поколение молодых, я generation Young. Generation Young, c'est la philosophie de jeunesse. Это поколение молодых, generation Young, это философия jeunesse. Generation Young, c'est une nouvelle vision de la vie. Это новое видение жизни. Une nouvelle vision du vieillissement qui est basée sur des évidences scientifiques solides. Это новое видение старения, которое основывается на очень сильных научных доказательствах. On pourrait parler des heures sur le plan scientifique de cette philosophie, mais on va faire simple. Можно было бы об этой философии говорить часами, но мы сделаем это просто. Alors, faire simple, ça veut dire quoi? On va parler de ce qu'on veut dans la vie, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie? Просто потому что давайте поговорим о том, чего хотят большинство людей в жизни. La première chose qu'on veut tous, quoi qu'on dise,
c'est que quel que soit notre âge, on veut rester et paraître jeune le plus longtemps possible. Первое, чего хотят абсолютно все люди, что бы они ни говорили, вне зависимости от нашего возраста, мы хотим как можно дольше выглядеть, казаться молодыми. Vous êtes d'accord, parce que ça, tout le monde le veut, homme, femme, enfant, vieillard, jeune fille. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что этого хочет просто каждый человек. Мужчина, женщина, молодой человек, старший, глубокий старец. Mais il y a une deuxième chose qui est très importante. Но есть вторая вещь, очень важная. On veut rester, penser jeune le plus longtemps possible. Мы хотим думать молодо, думать как молодые, как можно дольше. Ça veut dire quoi, ça? Что это значит? Ça veut dire que je veux pas oublier où j'ai mis mes clés de voiture. Да просто-напросто я не хочу забывать, куда я положил ключи от машины. Ça veut dire que je veux toujours me rappeler du nom de mes enfants et de mes petits-enfants. Я хочу помнить, как зовут всех моих детей, всех моих внуков. Ça veut dire que je veux me rappeler du nom de ma femme, autrement elle me tuera. Я хочу помнить, как зовут мою жену, иначе у меня будут проблемы. Autrement dit, j'ai pas envie d'avoir un état de démence, ce qu'on appelle Alzheimer. Но я не хочу иметь старческие проблемы, такие как Альцгеймер или слабоумие. Et la troisième chose qui est très importante pour fermer la trilogie de ce qu'on veut dans la vie. И третья вещь очень важная для того, чтобы эту трилогию закончить, того, чего хотят все люди в жизни. C'est qu'on veut aimer jeune le plus longtemps possible. То, что мы хотим любить как можно дольше. Alors, aimer jeune, ça veut dire avoir des relations. Mais avoir de communiquer avec les gens, de ressentir des choses et que les autres ressentent pour nous. Мы хотим любить как можно дольше, иметь отношения с людьми, общаться с людьми как можно дольше. Voilà, c'est ça, Generation Young. Вот это для меня поколение молодых, вот это для меня Generation Young. Une génération qui pense que la science, elle peut aller beaucoup plus loin que juste traiter des maladies ou sauver des vies. Это поколение, которое верит, что сегодня наука может гораздо больше, чем просто лечить какие-то заболевания или спасать жизни. Donc à partir de là, à partir de cette philosophie, on a créé un concept, parce que une philosophie sans concept, sans action, c'est rien du tout. И именно базируясь на этой философии, мы создали такую концепцию, такой план действий, потому что философия без реального воплощения – это ничто. Et cette philosophie, ce concept, pardon, il s'appelle YES, Use Enhancement System. И эта философия называется YES. Alors, ça veut dire quoi, YES? Что значит YES? En pratique, ça veut dire aider l'ADN à se réparer. На практике это значит, что мы поможем нашей ДНК восстановиться. Pourquoi on doit aider l'ADN à se réparer? Зачем нам нужно помогать нашей ДНК? Vous savez que les cellules, ils se divisent tout le temps. Il y a des centaines de milliers de divisions. Toutes les minutes. Вы знаете, что наши клетки, они постоянно в процессе деления. Происходят сотни тысяч операций в минуту. Et à chaque fois qu'une cellule se divise, l'ADN aussi se divise de la même façon. И каждый раз, когда клетка делится, также делится и ДНК, дуплицируется ДНК. Et alors, quand, si par hasard l'ADN est endommagé, и если вдруг у нас уже есть повреждение ДНК, alors les codes que contient l'ADN, les gènes de l'ADN, certains codes vont disparaître. Что это означает? Это означает, что в этой ДНК уже не хватает определенных кодов. Si ces codes disparaissent, on va pas pouvoir fabriquer les protéines qui correspondent à ces codes. Если не хватает этих кодов, это означает, что не будут должным образом работать белки. Alors si on a besoin de protéines très importantes, on va pas pouvoir les fabriquer. Не будут производиться просто-напросто протеины в вашем организме. Ce qui va entraîner un vieillissement prématuré ou des maladies chroniques. А это повлечет за собой либо преждевременные процессы старения, либо хронические заболевания. Mais heureusement, notre système est très bien fait. Но, к счастью, наша система очень хорошо продумана. On a un système de maintenance de l'ADN qui est très rapide et très efficace. У нас есть очень эффективная, очень быстрая система восстановления в нашем организме. Qui va immédiatement réparer l'ADN qui est endommagé. И эта система, она очень быстро восстанавливает поврежденные ДНК. Alors vous allez me dire, pourquoi on a besoin de jeunesse? И вы мне скажете, зачем тогда женесс?
Mais en fait, à partir de 40 ans, le service de maintenance, il n'est pas aussi rapide qu'avant. А по той причине, что после 40 лет эта система восстановления, эта служба спасения, да, назовем ее так, она уже не так быстра. C'est pour ça que Jeunesse va aider le système de maintenance à être aussi rapide que ce qu'il était auparavant. И как раз Женес со своими продуктами будет помогать этой системе восстановления быть такой же быстрой, как и ранее. Alors, à partir de là, on a créé une ligne en accord avec ces principes-là. И в согласии с этими принципами мы создали целую линию продуктов. Alors, on ne va pas voir tous les produits, on a sélectionné quelques-uns qu'on m'a demandé de sélectionner pour vous aujourd'hui. Mais si vous voulez voir les autres, ils sont sur mon site YouTube, Jeunesse Longevity TV. Сегодня мы не будем говорить о всех продуктах нашей линейки. Как вы уже поняли, мы выбрали только некоторые из них. Все остальные продукты вы можете увидеть на нашем сайте YouTube Longevity Longevity TV. TV. Voilà, alors on va commencer par Finity. Начнем мы с продукта Finity. Finity, c'est au sujet des télomères. Finity – это как раз о теломерах. Je vous avais dit, moi, tout à l'heure, que les télomères y raccourcissaient de façon inexorable dans toutes les cellules. Я вам говорил только что, что теломеры, они сокращаются, сокращаются просто неизбежным образом во всех наших клетках. Ça, c'est exact pour toutes les cellules, sauf pour deux. Этот процесс неизбежен для всех клеток, кроме двух. Pour les cellules qu'on appelle germinales, les cellules sexuelles. Для клеток, которые мы можем назвать сексуальные клетки. Les spermatozoïdes et l'ovule. Это сперматозоïdes и яйцеклетки. Alors, dans ces deux cellules, de façon magique, В этих двух видах клеток просто каким-то магическим образом les télomères ne raccourcissent jamais. теломеры никогда не сокращаются. Pourquoi? Почему? Eh bien, parce que la nature, elle veut protéger l'espèce humaine. Да потому что просто природа, мать, она защищает род Elle человеческий. veut être sûre que quand deux cellules germinales se rencontrent, elles ont les deux des télomères à fond plein pour avoir un bébé qui aura des télomères complètement pleins. Природа хочет быть уверена, что когда встречаются мужчина и женщина, мужские и женские клетки, то получится ребенок, получится детеныш, у которого будут все шансы на жизнь. Alors, elle a inventé pour ça une enzyme qui est une protéine qu'on appelle la télomérase. И для этого природа придумала определенный энзим, Alors, dans который ce... называется теломераз. Et dans ces cellules-là, ce qui se passe, c'est que cette enzyme, à chaque fois que le télomère raccourcit, elle va chercher comme un... elle va chercher du ciment et des briques et elle le remonte tout de suite. И вот, как вы видите на картинке, этот энзим теломераз, как только этот теломер хочет, думает сокращаться, он сразу же достраивает, достраивает, да, не приносит, что называется, можно сказать, цемент, приносит строительный материал и достраивает, достраивает эти теломеры. La personne qui l'a trouvé ça, Elizabeth Blackburn aux États-Unis, elle a eu prix Nobel pour avoir trouvé ça. Человек, который открыл этот процесс миру, ее зовут Элизабет Блэкберн, а она открыла теломераз, она получила за это Нобелевскую премию. Elle s'est posé une deuxième question, d'ailleurs. Elle s'est demandé pourquoi est-ce qu'on a de la télomérase dans les autres 60 000 milliards de cellules? И она задалась так вопросом, почему тогда теломераз, зачем он в других 60 триллионах наших миллиардов наших клеток? La réponse est oui. La télomérase, elle existe partout. И ответ был положительный, ответ да, теломераз существует повсюду. Mais croyez-moi ou non, elle dort. C'est-à-dire, le gène de la télomérase est désactivé dans la plupart des cellules. Ну, хотите верьте, хотите нет, эта теломераза, она просто спит. То есть она не в активном состоянии во всех остальных клетках. Почему? Pourquoi la télomérase dort-elle dans toutes nos cellules, sauf dans deux? Почему во всех наших клетках эта теломераза спит, а активна только в двух видах? Ça, il faut demander au bon Dieu, parce que nous, on n'a pas la réponse. Это, не знаю, вопрос к Богу, потому что ответ до сих пор не найден. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres espèces animales qui ont des télomérases qui marchent à temps plein dans toutes les cellules, comme... Существуют другие виды, живые организмы на свете, у которых теломераза работает постоянно. Les méduses, les tortues, les homards. Черепахи, медузы, омары. Ils ont tous des télomérases qui marchent à temps plein. У них теломераза работает на полную мощность. Alors, c'est peut-être parce qu'on a mangé la pomme d'Adam et d'Ève. Возможно, On a fait потому le что péché original. мы все-таки согрешили когда-то и съели это яблоко Адама. Alors,
Le point, c'est qu'il a fallu trouver dans la nature, est-ce qu'il existe dans la nature des ingrédients qui pourraient activer la télomérase? И наша задача стояла найти в природе такие ингредиенты, которые бы активировали эту теломеразу. On a trouvé beaucoup, mais ils sont tous toxiques, sauf un. И нашли очень много этих ингредиентов, но большинство из них токсичны, кроме одного. Un qui s'appelle TH65. Одного ингредиента TH65. Alors TH65, ça veut dire télomérase activateur numéro 65. TH65, потому что как класс теломераза активатор 65. Et on l'a extrait d'une plante chinoise qu'on appelle l'astragale. Это экстракт из китайского растения астрагала. Et ce TH65, eh bien, on l'a dans le produit Finity. И этот ингредиент TH65 есть в нашем продукте Finity. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à utiliser Finity? И что происходит, когда мы начинаем принимать Finity? Alors, petit à petit, comme vous voyez dans l'image, eh bien, la longueur des télomères augmente. Alors, c'est pas tout des télomères. Постепенно, как вы видите на картинке, длина теломер увеличивается. Alors, elles augmentent progressivement dans chaque cellule. Donc, vous n'allez pas rajeunir du jour au lendemain comme ça, parce qu'on a 60 000 milliards de cellules qui sont endommagées. Постепенно, это не быстрый процесс, вы не помолодеете со дня на день, потому что у нас огромное количество клеток, у всех у них повреждения, но процесс омоложения идет. Combien il faut en prendre? Сколько нужно принимать? Минимум, on en prend deux le matin. Минимум два утром. Et deux le soir. И два вечером. Alors, on évite de... Les enfants, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà des télomères qui sont archi longs. Этот продукт не нужен детям, они не испытывают в нем потребности, потому что у них довольно-таки длинные теломеры. Et aussi les hommes et les femmes qui ont moins de 30 ans, c'est pas nécessaire parce qu'elles ont encore des télomères très longs. Этот продукт не необходим людям до 30 лет, потому что у них еще достаточно большой запас длины теломер. Voilà pour Finity. Это касается Finity. Maintenant, on va parler d'un quelques grammes de génie qu'on appelle Mind. Сейчас мы поговорим о нескольких граммах гениального продукта, который называется Mind. Mind, pas avec un I, mais avec un 1. Mind не с буквой I, а с единичкой. C'est ça qui fait notre produit unique. Вот то, что делает наш продукт уникальным. Numéro uno. Номер один. Rappelez-vous. Помните? Je vous avais dit que si j'oubliais le nom de ma femme, elle allait me tuer. Я говорил с вами о том, как опасно забыть имя своей супруги. C'est pour ça que je prends du Mind tous les jours. Именно поэтому я принимаю Mind каждый день. Rappelez-vous, we want to think young. Мы хотим думать как молодые. Alors, il n'y a rien de plus précieux que notre cerveau et notre mémoire. И нет ничего более ценного, чем наш мозг, наша память. C'est pour ça qu'il faut protéger notre cerveau. Именно поэтому наш мозг нужно защищать. Parce que la mémoire, c'est ce qui nous fait aujourd'hui ce qu'on est aujourd'hui. Потому что память наша – это то, что нас делает тем, кем мы являемся сегодня. Mais la mémoire, c'est aussi ce qu'on va être dans le futur. Но память – это еще и то, кем мы станем в будущем. Vous rendez compte sans mémoire ce que vous deviendrez? Представляете, если не станет памяти, кем вы станете? D'ailleurs, le cerveau, il commence à vieillir déjà à l'âge de 25 ans. И наш мозг начинает стареть, начиная с 25 лет. Et de, à partir de l'âge de 50 ans et au-dessus, le poids du cerveau va diminuer par 2% tous les 10 ans. Начиная с 50 лет, даже вес нашего мозга, он уменьшается на 2% каждые 10 лет. Alors, pire, la vitesse de processing de l'information, qui est vitale pour comprendre, va être très très rapidement réduite. Но самое страшное, то, что скорость процессов информационных, которые происходят в нашем мозгу, просто страшным образом уменьшается. Alors, il va avoir une réduction globale des facultés du cerveau. И это ведет, конечно же, к глобальному такому уменьшению процессов в мозге, способности мозга. Tout va diminuer. Oh, c'est pas noticiable tout de suite. Ça se fait très progressivement. Сразу это незаметно, но постепенно уменьшается, сокращается все.
tout, le langage, la mémoire, l'attention, le jugement, tout ça va être affecté. Просто все, языковые возможности, память, внимание, концентрация, мыслительные процессы. Mind, c'est un produit pour la mémoire qui a quatre actifs ingrédients majeurs. Mind – это продукт для памяти, для мозга, у которого четыре главных ингредиента. Qui sont dans un gel avec une saveur magnifique de citron. Представлю он в форме геля с очень вкусным лимонным вкусом. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Il y a Seracu. Что это за ингредиенты? Первый из них Seracu. GABA. GABA. L-тирозин. L-тирозин. Et L-théanine. И L-théanine. Alors, c'est des mots scientifiques, mais on va expliquer à quoi ça sert. Очень научное название, но мы объясним, для чего это Alors, нужно. Le Seracu, c'est un produit très connu en Corée. Seracu – это очень знаменитый продукт в Корее. C'est une protéine. Это протеин, белок. Mais qui est dérivé des cocons de verre à soie. Белок, который производят из-за кокона шелковых червей. Vous voyez, à partir du cocon de verre à soie, из этого кокона, on extrait la protéine qui est dans ce cocon. Извлекают белок, протеин. Et on a fait plein d'études cliniques et on a montré que c'était très très bon. И огромное количество клинических исследований подтвердили, что этот ингредиент невероятно полезен для памяти. Seracu, elle a été prouvée d'aider la mémoire et de réduire ce qu'on appelle la distraction mentale. Vous savez, quand on est distrait, on n'arrive pas à continuer à écouter, par exemple. Seracu клинически доказано, поддерживает память, и самое главное, он уменьшает вот эту вот растерянность, знаете, такое вот чувство, когда ты не можешь до конца досмотреть, дослушать. Это traduit bien, hein? Alors, ça va agir sur toutes les sortes de mémoire. Et vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Вы знаете, память наша, а это очень разносторонняя вещь. Есть много видов памяти. La mémoire verbale. Есть вербальная память. Court terme. Есть краткосрочная. La mémoire spatiale. Есть память в пространстве. La mémoire visuelle. Есть визуальная. Elle va, ça va marcher sur toutes ces mémoires. И вот на все эти виды памяти будет работать продукт. Beaucoup d'études qui ont montré que la mémoire et sur la mémoire c'est efficace, sur ça augmente la mémoire spatiale et c'est notre capacité à organiser des figures complexes. И много, очень много клинических испытаний показали, что этот ингредиент он действует на все виды памяти. Он помогает нам лучше ориентироваться в пространстве, он помогает нам лучше запоминать даже какие-то сложные фигуры. Le deuxième produit, c'est GABA. Второй ингредиент – это GABA. Alors, GABA, c'est l'abréviation de gamma-aminobutyrique acide. GABA – это сокращенно гамма-аминобутырик кислота. Et c'est un produit très connu pour le cerveau. И это довольно-таки известный ингредиент для мозга. Qu'est-ce qu'on peut obtenir du GABA dans le complexe MIND? Что мы можем получить от этого ингредиента в продукте MIND? Plusieurs choses. Много чего. Il va entraîner une relaxation physique et mentale. В первую очередь, он дает расслабление ментальное и физическое, релаксацию. Il va réduire le stress. Он уменьшает стресс. Il va améliorer la qualité du sommeil. Он значительно улучшает качество сна. D'ailleurs, beaucoup de gens le prennent pour remplacer les antidépresseurs. Очень часто люди его принимают и его приписывают для того, чтобы заменить антидепрессанты. Alors, le troisième ingrédient, c'est la L-тирозин. Третий ингредиент MIND – это L-тирозин. Alors, la L-тирозин, elle est très importante pour la fabrication de certaines hormones du cerveau. L-тирозин, он играет очень важную роль в производстве определенных гормонов, важных для нашего мозга. Comme la dopamine et la serotonine, l'hormone du bonheur. Таких как допамин, de la bonne humeur. Серотонин, допамин – это гормоны счастья, гормоны хорошего настроения. L'épinéphrine et la norépinéphrine, c'est les hormones de l'action. А эпинефрин и норепинефрин – это как раз гормоны действия.
la L-tyrosine, elle, elle a d'autres actions. Elle va régler ou gérer l'humeur et les comportements. L-tyrosine имеет другое предназначение. Он регулирует наше настроение, наше поведение. Et surtout, elle va activer ce qu'on appelle l'alerte mentale, c'est-à-dire que on est toujours en activité, le cerveau est toujours en alerte. И еще, что очень важно, что он активирует сигнал такой, знаете, ментальной активности. Наш мозг все время активен, он все время в таком вот состоянии действия. Браво! Alors, la théanine, la dernière. Последний ингредиент, L-théanine. Au contraire, elle va promouvoir un état de calme cérébral. А он наоборот, он ответственен за ментальное спокойствие. Elle va réduire les distractions mentales. Он убирает ментальные какие-то рассеянности. Alors, au total. Итак, в целом. Mind, ça entretient et ça aide à l'efficacité de la mémoire. Mind, это ваша эффективная память. Ça aide à revoir la mémoire qu'on appelle recollection. On se souvient. Mind помогает в том процессе, знаете, когда мы склеиваем, да, это можно назвать так, мы склеиваем нашу память, мы собираем по кусочкам. Et mind aussi, ça aide à ce qu'on appelle la valeur de la mémoire, la qualité de la mémoire, l'efficacité précise. Voilà, je me suis réveillé à 8h07. И mind влияет на одну важную вещь, такую как эффективность нашей памяти. Когда мы можем ею пользоваться, что это значит? Сегодня я проснулся в 8:07, и я это помню. En fait, mind, c'est se rappeler plus et se rappeler mieux. То есть mind – это помнить больше и помнить лучше. Un par jour, c'est suffisant. Один в день. Этого достаточно. Le soir. Вечером. C'est pas la peine d'en prendre plus. Больше не стоит. Nahara. Nahara. Alors, on peut prononcer comme on veut, Nahara. Il y en a qui disent Nahara, il y en a qui disent Nahara, et il y en a qui disent Nahara. Есть разные варианты произношения названия этого продукта. Nahara, Nahara. Alors, Nahara, c'est pour la peau, mais de l'intérieur. Nahara, это продукт для кожи, но продукт, который мы принимаем вовнутрь. Alors, vous savez que la peau, c'est notre organe le plus important, puisqu'en surface, il fait 2 mètres carrés. Вы наверняка знаете, что кожа – это наш самый большой человеческий орган, потому что его поверхность – 2 квадратных метра. Et vous savez que pour nous, et pour les femmes surtout, les rides, c'est quelque chose d'important. И вы знаете, что и для нас, мужчин, и, конечно же, для вас, женщин, si on est... морщины – это очень важно. Si on était un éléphant, on a des milliers de rides, mais on s'en fout totalement. Un éléphant, ça s'en fout de toutes ces rides. Если бы мы с вами были слонами, то нам было бы абсолютно все равно, сколько у нас морщин и как они влияют на нашу жизнь. Mais quand une femme a une seule ride, но когда одна единственная морщина появляется на лице у женщины, ça peut l'amener à la panique. Это может вызвать даже состояние паники. C'est pour ça que tout le monde se jette sur des produits qui pourraient réduire les rides. Именно поэтому сегодня такой бум вокруг всех продуктов, которые дают обещание убрать морщины. C'est pour ça que quand on parle de soins de peau, il faut parler de soins de peau qu'on amène de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Но когда мы говорим о продуктах для кожи, о продуктах по уходу, то сегодня мы говорим не только о продуктах, которые мы наносим на кожу, внешнее воздействие. Сегодня нужно говорить о продуктах, которые мы принимаем вовнутрь. Et c'est pour ça qu'on a créé Nahara. И поэтому был создан продукт Nahara. Nahara, c'est un mot qui est sorti d'une tribu du Brésil, et c'est ce qu'on appelle en tupi, et ça veut dire jeune femme. Nahara, само название, это происходит с языка одного из бразильских племен, племя, которое называется тупи, и на их языке Nahara – это значит молодая девушка. Et ce qui est curieux, c'est qu'en hébreu aussi, Nahara, ça veut dire jeune fille. А забавно, что на иврите Nahara тоже означает молодая девушка.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ARA? Что входит в этот продукт? Le plus important, c'est ce qu'on appelle le collagène hydrolysé. Самый важный ингредиент – так называемый гидролизированный коллаген. Mais il y a aussi des vitamines, des minéraux, des acides aminés et des antioxydants. Но в этом продукте также есть и витамины, и минералы, и аминокислоты, и суперфрукты, антиоксиданты. Le collagène. Коллаген. Pourquoi on a besoin de collagène? C'est quoi le collagène? Почему нам нужен коллаген и что это такое? Vous rappelez quand je vous ai parlé de quelqu'un qui prend trop de sucre? Помните, мы говорили о избытке сахаров? Le collagène, le sucre va empêcher le collagène de faire son travail. Сахара, сахар, он мешает коллагену делать свою работу, как и всем остальным протеинам, белкам. Or, le collagène sont des protéines indispensables à la flexibilité de la peau comme un matelas très souple. А коллаген, он просто необходим для нашей кожи, для того, чтобы она была в тонусе. Знаете, вот это можно представить как матрас, для того, чтобы он был упругим. У него есть шар коллаген. Le problème, c'est que dans la protéine de collagène, il y a énormément d'acides aminés. В протеинах коллагена, в белках коллагена очень много аминокислот. Il y a 1000 acides aminés dans une protéine de collagène. Если точно, то 1000 аминокислот в одной клетке et коллагена. On a surtout besoin de 3, la proline, l'hydroxyproline et la glycine. Три из них просто очень важны, жизненно необходимы. Это пролин, гидроксипролин и глицин. Alors, vous savez que une protéine, plus elle a d'acides aminés, plus elle est difficile à digérer. И чем больше в белке аминокислот, тем тяжелее его этот белок переваривать. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle de la collagène hydrolysée, c'est-à-dire qu'elle est déjà prédigérée. On a déjà coupé les chaînes de peptides. Именно поэтому мы используем гидролизированный коллаген, потому что эти цепи аминокислот у него уже раздроблены, он легче усваивается. Et c'est très important parce que dans la nature, dans le corps humain, c'est des fragments de collagène qui vont stimuler le corps à produire du nouveau collagène. Et это очень важно с точки зрения технологии, поскольку именно фрагменты коллагена будут стимулировать наш организм продуцировать, производить новый коллаген. C'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que beaucoup de gens nous demandent pourquoi hydrolyser. Очень многие люди задаются этот вопросом, почему, да, гидролизированный? Parce que justement, on prédécoupe pour stimuler la production de collagène par le corps. Как раз для того, чтобы наш организм лучше этот коллаген усваивал, лучше его воспринимал и лучше на него реагировал. En plus de ce collagène très important, on a une série de vitamines qui sont très importantes pour faire les réactions chimiques dans le visage. И очень важно, кроме коллагена, это серия витаминов, которые входят в этот продукт. Все они влияют как раз на состояние нашей кожи. C, B6, B5, B7, B12 и B3. Витамин С, B6, B5, B7, B12, B3. Tout ça, c'est très important pour la peau. Они очень важны для кожи. Et le zinc. Цинк. Le zinc, on en a besoin toute sa vie. Il faut toujours supplémenter en zinc. Цинк нам необходим просто всю нашу жизнь. Нам постоянно нужно его восполнять в нашем питании. Et on a plein de produits antioxydants. И огромное количество антиоксидантов. On a le pomegranate. Гранат. Voilà, la grenade qui a des effets anti-inflammatoires impressifs. Который имеет просто впечатляющее противовоспалительное действие. On a aussi les proanthocyanidines, c'est-à-dire les grappes de raisin. Proanthocyanidine, проще говоря, виноград. Ensuite, l'açaï. Acaïa. Qui donne des anthocyanines, c'est-à-dire de très bons antioxydants. Которые дают нам антоцианин, то есть очень сильные, очень хорошие антиоксиданты. Les petites blueberries. Черника. Voilà, черника. L'acérola, qui est la vitamine C naturelle. Acérola. Который является источником натурального витамина С. Alors, l'idée que j'ai, l'idée qu'on a, c'est qu'il faut associer le sérum avec le NAR. И наша идея, идея нашей компании, то, что нашу сыворотку Luminess нужно обязательно ассоциировать, дополнять продуктом резерв и НАРа. Le sérum en particulier. Сыворотку.
Et alors, le sérum, pourquoi? Parce Почему que сыворотку? Le sérum va stimuler le derme en disant, s'il vous plaît, fabriquez du collagène. Потому что сыворотка как раз будет работать на уровне дермы и тоже стимулировать выработку коллагена. Et le Nahara amène le collagène. Nahara дает этот коллаген. Alors c'est une cohabitation très profitable. То есть такое сотрудничество очень полезное для нас. Quant à réserve, elles amènent encore plus d'antioxydants. Резерв будет дополнительным источником антиоксидантов. Alors si vous voulez avoir une peau parfaite, utilisez ces trois. Поэтому если вы хотите иметь совершенную кожу, используйте эти три продукта. Alors maintenant, je vais vous donner quelques idées sur l'alimentation qu'il faut pour la peau. И еще несколько идей для вас о питании, которое нужно для нашей кожи. On va commencer par les aliments qu'il faut pas manger, qui font du mal à la peau. Давайте начнем с продуктов, которые не нужны, которые причиняют вред нашей коже. Le premier, c'est évidemment le sucre blanc, le sucre rapide. Celui-là, il faut pas le manger. Первый продукт в нашем антирейтинге – это, конечно же, сахар, белый сахар, быстрый сахар. Le deuxième, c'est les produits laitiers parce qu'ils contiennent du lactose et beaucoup de gens sont intolérants au lactose. Второе место – это молочные продукты, особенно лактосодержащие, потому что огромное количество людей сегодня нетолерантны к лактозе, они не переваривают лактозу. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les aliments préfabriqués, fabriqués commercialement. Третье место – это так называемые полуфабрикаты, можно это назвать, или же уже готовые продукты, которые уже вот Alors, покупаете готовыми в супермаркете. Je dis pas qu'il faut les arrêter totalement. Я не говорю, что их нужно вообще выбросить да, из вашего списка. Quand vous allez au centre commercial et que vous lisez les ingrédients, Но если вы пойдете в супермаркет и вы почитаете ингредиенты, si on a plus que 8, Если вы видите, что в каком-то продукте больше 8 ингредиентов, c'est que ce sont des aliments hyper-transformés, это, можно так сказать, гипертрансформированные qui n'ont plus продукты. Rien à voir avec un aliment naturel. Это продукты, которые не имеют ничего общего уже с натуральным продуктом. Le quatrième, c'est tout ce qui est barbecue. Четвертое место занимают продукты барбекю. Parce qu'on sait très bien que ce qui se grille au barbecue, d'abord c'est cancérigène. Назовем это барбекю, потому что это все то, что вы очень хорошо прожарили. Ensuite, ça produit de la glycation. То, что вы очень хорошо прожарили, это канцерогенно и способствует процессу гликирования. Et le cinquième et dernier, c'est tout ce qui est des aliments qui sont frits. Пятое и последнее – это все жареные продукты. Et maintenant, les cinq meilleurs. Пять лучших продуктов. L'avocat. Которые нам нужны для кожи. Le Первое roi, место. Le roi de l'aliment pour la peau. Первое место. Это авокадо. Это просто продукт-король для нашей кожи. Il y en a qui le mettent carrément sur le visage. Есть люди, которые даже любят делать из него маски для лица. Non, je vous demande pas de le mettre sur le visage. Si vous voulez, vous pouvez. Mais mangez-le régulièrement. Я вас об этом не прошу. Все, что я вас прошу, это принимайте этот потрясающий продукт вовнутрь регулярно. Le deuxième, c'est le saumon sauvage. Второй продукт – это дикий лосось. Le saumon sauvage, si c'est possible, un vrai sauvage, le saumon, le bon saumon, дикий лосось. Ça vous amène les oméga-3. Хороший лосось, хорошего происхождения. Он является потрясающим источником омега-3. Le troisième, c'est les végétaux fermentés. Alors, parfois, on n'est pas habitué à ce goût aigre, et amer, aigre surtout, mais c'est bon, et surtout les cornichons. Третий продукт, который мы не во всех странах мира привыкли, но в наших странах нам хорошо известны эти продукты, это ферментированные овощи, то есть консервированные овощи. Le kimchi, par exemple. Это наша квашеная капуста. La miso, la soupe miso. Это мизо суп, это огурцы. Voilà, comme elle a dit, même si je n'ai pas dit ça. Cornichon. Cornichon, bravo. Alors, le quatrième, c'est le brocoli. Четвертое место продукт – это брокколи. Alors, le brocoli, vous pouvez en prendre tant que vous voulez. Брокколи – это продукт, который можно потреблять просто всю свою жизнь в неограниченном количестве. Et j'ai gardé le meilleur pour le dernier, numéro 5. И последнее, пятое место – le bouillon d'os de poulet ou d'os de bœuf. Куриный или говяжий бульон. Pourquoi? Почему? Parce que les os de poulet ou les cartilages de poulet contiennent énormément de collagène. Потому что
эти ингредиенты, такие как куриные кости или говяжьи, они имеют огромное количество коллагена. Et ce collagène qui est dissous, il est hydrolysé déjà, et c'est du pain béni pour votre peau. Et этот коллаген, он уже в том виде, в котором он нужен для нашего организма. Это просто ценнейший продукт для вашей кожи. C'est pas d'ailleurs du pain béni que pour votre peau, c'est du pain béni aussi pour comme prébiotique pour votre système digestif. Даже не только для вашей кожи, а для всего организма, для пищеварительной системы. Voilà. Alors je crois que j'ai tout dit sur ce produit-là. Вот. Je crois que je vous ai dit tout ce que je pouvais. Мне кажется, что я рассказал все, что мог об этих продуктах. Mon nom est William Amzalag et je suis Generation Young. Меня зовут Вильям Амзалаг, и я Generation Young. Merci à vous tous et merci à ma traductrice préférée. Спасибо большое всем за внимание, спасибо моему переводчику. Merci et à bientôt. Спасибо, до скорого. Большое спасибо, доктор Вильям. Вы для нас дали бесценную информацию, я бы сказала. И мне кажется, что это отличный инструмент для того, чтобы и познакомить наших и новичков, и партнеров, которые интересуются продуктом. Поэтому мы будем сохранять и распространять эту запись для нашего внутреннего обучения. Большое спасибо еще раз и очень будем ждать следующих вебинаров с доктором Вильямом Залагом. Правда? Ну что ж, дорогие друзья, а я хотела бы все-таки сказать о том, что наши продукты действительно являются бесценными. Бесценны они потому, что это не каждый отдельный взятый продукт, а это целая система YES. Наша система Luminous, наша непревзойденная коллекция Envy, наши диетические добавки, и сегодня вы узнали еще гораздо больше. Ну и что ж, пользуясь случаем, я хочу вас пригласить в наш новый совершенный проект, который мы... запускаем вместе с украинской звездой, опыт которого уже более 15 лет. Это человек, который посвятил свою жизнь и отдал ее обучению, как же не просто быть действительно здоровым, а как это сделать стилем жизни. И на сегодняшний день уже более 50 тысяч человек прошли его программу. И мы хотим, чтобы Дженес стала тоже частью этой команды. Все условия, которые вы видите, они есть у вас на экране. Плюс ко всему, вы можете обратиться в наше представительство. Но что мы хотим сказать самое важное? В течение месяца у вас будет возможность стать частью процесса не только похудения, но и сделать так, чтобы ваше тело приобрело совершенно новый вид. Потому что, как мы знаем, мы с вами, каждый из нас, это бренд и продукт собственного продукта. И от того, как мы выглядим, зависит наш бизнес. Поэтому мы разработали два способа входа в эту программу. Первый – это пакет. Это те продукты, которые позволят вам на протяжении всего месяца снижать вес, но и чтобы ваше тело было в тонусе. Эти пакеты находятся у нас в бэк-офисе, и вот сейчас, опять же, перечень того, что вам необходимо будет употреблять в течение месяца, как раз на экране. Ну и так как мы хотим этот проект сделать более глобальным для всех иностранцев, которые не живут на территории Украины и стран, куда мы доставляем продукцию, мы предлагаем возможность купить сертификат. Сертификат стоимостью $20 с НДС, он также находится в бэк-офисе, выбираем магазин «Украина», раздел «Аксессуары», вы покупаете сертификат, сообщаете нашей службе поддержки, и вы уже в проекте. Проект начинается совершенно скоро, совсем скоро. 28 и 29 марта вы уже получите первые мотивационные записи от Игоря Обуховского. Поверьте, самый сложный продукт – это вы. Поэтому, если вы измените себя, изменится ваш бизнес однозначно. Ну что ж, с вами была Светлана Разина. Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Мастерская успеха всегда ждет вас. И до новых встреч в эфире.